Această emisiune este susținută de Metro, partenerul de încredere al localurilor tale îndrăgite. Я люблю, когда еда живая. То есть я не люблю вот эти полумеры, как и слово «нормально». Что это значит? Либо хорошо, либо плохо. Так же и с едой. Все люди разные, у всех разный вкус. Не может быть такого, чтобы всем все нравилось. Я люблю честную еду. Я люблю, когда ты пробуешь еду, и она взрывается во рту, не боясь сочетать несочетаемое. Главное, чтобы оно было живое. Выбивали ли из пробные позиции по меню, мы должны были их приготовить за 5-6 минут. Если мы не справлялись, мы всем коллективом съедали недоготовленную пищу. И так могло продолжаться из раза в раз, пока он не добивался того результата, который ему нужен был. Вообще, я придерживаюсь того мнения, что на кухне, да, в принципе, в работе не существует такого понятия, как женщина-мужчина. Есть понятие работник. Ты пришел на работу, у тебя есть определенный перечень обязанностей, которые ты должен выполнять. Но в профессии поварской женщине очень сложно, потому что это мужской мир. Испокон веков был мужским миром, и тут пробиться, у тебя должен быть железный характер. От женщины ждут мягкости. От шефа требуется твердость, и иногда это вызывает диссонанс у людей, потому что как бы они не понимают, они воспринимают это на свой личный счет. Есть, конечно, и плюсы, потому что ты как женщина можешь поулыбаться и у поставщика выбить дополнительные какие-то истории с гостями, это работает. Но в принципе шеф-повар, он должен быть очень цельной личностью такой, достаточно жесткой, потому что кухня... Она требует железной руки. Кухня — это не армия, а кухня — это тоталитаризм абсолютный. Там не может никакой идти речи про демократию. Там есть очень четкий верховный бог, судья и руководитель, который контролирует все, потому что, во-первых, очень ответственно с позиции кормления людей, до санитарных норм, до правил работы на кухне. Поэтому если там будет демократия, рано или поздно все начнет валиться. Поэтому есть четкое понимание того, что есть один человек, который говорит, как правильно, и понятие полутонов там не существует. На кухне может быть либо только черное, либо только белое. Никак по-другому. Это жестко, но это правильно. Бухгалтер-шеф е ка... generalul bucătărie. Dacă el nu e acolo sau dacă omul cu a antrenat pe oamenii nu e acolo, proiectul nu se reușesc niciodată. Dar bucătăria trebuie să știi ce fac. N-are opțiune acolo. Dacă nu știi, în primul rând poți să omori cineva, medicul nu e curat, goodbye, etc., etc., etc. Sunt un milion de chestii cu poți să sincer și să fac mare bolnavie la oameni. Problema este că mai mult oameni nu tras atenție pe asta. Sunt foarte relaxat pe conceptul. Кухня без мата, будем честно говорить, это не кухня, это какой-то детский сад, потому что иногда одно слово, вовремя сказанное, закроет собой кучу предложений. Это очень тяжелая работа, тяжелая в плане ответственности, которая лежит на плечах, потому что мы отвечаем за здоровье людей. И это фанатичный труд, потому что он похож каждый день друг на друга, особенно когда ты в процессе обучения, в процессе того, что ты просто повар. Но даже шеф-повар то же самое. То есть если убрать всю какую-то лирику, которая составляет где-то 5% нашего труда и того, что сейчас очень популяризируется, то на самом деле 95% — это труд, который день изо дня один и тот же.
процесс создания меню и создания блюд – это же всегда процесс, который как бы конечный потребитель, гость, он самый последний, кто его пробует. То есть ты вначале его пробуешь у себя в голове, в мозгу оно рождается. Потом ты пробуешь его, экспериментируешь, ты даешь пробовать своим коллегам. Дальше это пробует весь персонал. То есть процесс создания блюда, он проходит огромное количество апробаций до конечного потребителя. И почему у шеф-повара или там технолога не может быть любимых ингредиентов? Потому что если ты будешь строить меню и строить свою кухню с позиции того, что я люблю, только тебе это и будет заходить. Гости, они все разные. Кто-то любит там рыбу, кто-то любит мясо, кто-то любит острое, кто-то любит соленое. И в меню все это должно быть гармонично собрано. Любимые продукты, они все. Главное, чтобы они были свежие и качественные, чтобы с ними можно было работать. А, к сожалению, Молдавия – это страна, в которой не гарантировано качество продукта. Даже не гарантировано не то, что качество, не гарантировано его одинаковость и стандартизация день изо дня. То есть каждый день один и тот же поставщик может тебе привозить, вот, допустим, вырезку говяжью, и она будет отличаться по своим свойствам, вкусу, консистенции каждый день. И ты как профессионал должен уметь с ней работать, и ты как профессионал должен понимать это, разбираться и привести вот в конечном итоге ее до того вкуса, который должен получить потребитель. И в чем основное правило? В том, что блюда день изо дня в ресторане не должны быть по вкусу одинаковыми, вне зависимости от того, какой у тебя продукт. В этом и есть гибкость и умение работать с продуктом локальным, потому что, да, даже тот же сезон томатов у нас отличается. То есть летом томаты, тебе достаточно одного томата для того, чтобы томатный соус взорвался вкусом, салат или все остальное. Зимой это другая история. Ты должен понимать, что ты как бы должен добавить в 3 раза больше томатов, не бояться этого. Не идти в угоду бизнесу, не терять качество, но при этом не забывать о том, что кухня – это бизнес, и смотреть на кухню с позиции бизнеса нужно уметь, и это основная работа шеф-повара, что нужно построить кухню так, чтобы она приносила какой-то доход. Но продукт – это то, зачем же возвращаются люди. Какой бы атмосфера ни была, если при этом она не сопровождается продуктом, то атмосфера быстро отыгрывает в минус, и люди перестают ходить. Дисциплина на кухне с ее появлением – это что-то новое было для нас. В первый же день она уволила 2 поваров. Этот факт я изначально не понял, почему, как, что. То есть что-то новое для меня это было. Но потом я понял. Потом было все понятно, почему это было сделано и как, и почему это именно в первый же день было сделано. До Сенси у меня за плечами были достаточно такие заведения ресторанного типа с определенными правилами, жесткими, в плане сервиса, в плане подач, в плане общения коллектива с шефом, шефа с коллективом, в плане общения даже коллектива просто между собой. Поэтому первые полгода в Сенси мне было очень тяжело. И даже могу сказать, что первые месяца 3 желание сказать, что «сори, ребята, я не то, что вам нужно», оно было каждодневное. Но, наверное, в этом и прелесть характера и тот опыт, который приходит, в том, что ты умеешь перебороть вот эту минутную слабость и смотреть на позитивные какие-то истории, находить их. Как я всегда говорю, не место красит человека, а человек – место. Я стала мягче. Намного. Восприятие того, как должно быть, какая-то жесткая принципиальность, они дали слабину со временем. Это не случилось сразу. То есть произошел симбиоз, Сенси очень сильно поменял меня, и я поменяла Сенси. И благодаря этому все засветилось просто уникальным светом. Это такое детство-детство, то, что вкус гагаузии, баранина, баклажаны. И баклажан всегда, к нему хочется чего-то либо жирненького, то есть поэтому бекон, он играет такое прослоечко, которое баклажан, как такая губка, достаточно губчатый овощ, который забирает в себя сразу же, тянет все вкусы.
баклажан пропитывается вкусом и дымом вот этого бекончик копченого, и это идеальное сочетание с барашком. Воспоминания о каникулах на юге Молдавии, в Гагаузии, у меня родители оба с одного села, самые светлые. Наверное, оттуда и пошла какая-то внутренняя такая закваска на будущую профессию, потому что мне очень нравилось наблюдать за Ба, когда она готовила. Это просто какое-то волшебство. От процесса создания хлеба, когда она просыпалась в 4 утра для того, чтобы вымесить, и, а мы дрыхли, и когда просыпались утром, уже на столе был горячий хлеб, выпечка, вареники ее безумные, которые можно было просто съедать какими-то тазиками бесконечными, и до сих пор воспоминания о ее варениках с вишней. Училась в лицее имени Пушкина, школа уже. На тот момент это была вторая школа с углубленным изучением английского языка. Достаточно все серьезно. Но, к сожалению, училась там только до 5 класса. Переехали, потому что на тот момент как раз с 92 по 97 история про вопросы языка встала остро, и родители были вынуждены переехать. Сейчас уже, будучи взрослой, я обдумываю все, что происходило, и время было очень тяжелое, и сейчас приходит понимание того, через что они проходили, потому что время было очень тяжелое, и распад Советского Союза, и непонимание того, что будет дальше, и как построится жизнь, и дети, которых нужно поднимать, поэтому родители – это моя такая большущая опора, стержень. Мы переехали в Тирасполь. С Тирасполем связаны очень светлые воспоминания, потому что это чудесный город, светлый, который располагается на берегу Днестра. То есть это набережная, это воздух, это какой-то другой мир. Может быть, немножко такой из Советского Союза, но добрый, с чудесными людьми, с которыми я продолжаю общаться. Светлыми такими детскими воспоминаниями, когда ты выходил во двор, и мама говорила, что как бы вот отсюда никуда, а через полчаса мы уже плескались в Днестре. Стало интересно после экономического образования, сухого подсчета цифр и понимания того, что... Ну, не понимания того, как из килограмма мяса получается 700 грамм, где 300 потеряли. Пошла на кухню и начала задавать вопросы. Где, что, зачем, почему, для того, чтобы понять, почему как бы бухгалтерские цифры, калькуляции отличаются от суровой реальности, ну, там, математических цифр. И попала в какой-то удивительный мир, познакомилась с удивительным человеком, который вдохновил, ну, и, в принципе, сама атмосфера кухни увлекла. Стало интересно, и в итоге пришла к тому, что полдня занималась цифрами, а полдня пропадала на кухне, и с каждым днем кухня, время, проведенное на кухне, становилось все больше, больше, больше и больше интересно. Но обучение началось с момента, как правильно держать нож. О, фетица евенит, фетица ла моменту асна, евенит фако интервью деспре букатерия. Ера о фетица, ко евенит ин Транснистрия. Și primul și normală întrebare meu, în afară de ce vrei să devin bucătar, etc., 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 deci nu era bucătar, era o fetiță. Și m-a întrebat, stai o clipă, tu ești din Transnistria, în Transnistria, de cât știu, e o oră și jumate, nu e ușor de venit la lucru fiecare zi. Și zic, nu, dacă primesc lucruri, eu o să mă mut aici. Ok. După asta m-a întrebat, de ce? A zis, deci asta e visul de viața mea. Ok. Și după o oră de discuție și stânga-dreapta întrebări, etc., am zis că literal nu știa nimic. Literal. Nici nu gătea acasă, nici nimic. Pur și simplu era o visul. Ok. S-a mutat imediat la Chișinău. A lucrat cu mine la început, în 4 sau 5 ani, la Walking Noodles, la mall acesta, fast food, cam mult acolo. Și le-am învățat cum să pregătesc filosofia aziată. Dar era unica, sincer, cu lucra
nu vreau să aud ca prostie, dar ca un cal. Literal, ai avut așa de mult de pasiune și continual să fii acolo și n-ai avut viața personală, era continual acolo. Dimineața până la seara, 24-24 aproape. Iuba e o persoană foarte, foarte serios pe ce fac și asta apreciat foarte mult. У нас был очень молодой коллектив, мы все были, ну, плюс-минус малыши, такие от 20 до 25, сплоченные удивительной идеей открытого фастфуда, работы с огнем, обучению каких-то нюансов, то есть если в раскаленное масло добавить каплю воды, то появляется огонь. И с этим огнем мы играли, и люди, конечно, которые проходили мимо, это всегда был восторг и удивление, и огромное количество фотографий. Но за этим стоял огромный труд, потому что, во-первых, это огонь, и это было огромное количество ожогов у нас. Это очень тяжелая история, когда нужно 6-килограммовый вок подкидывать одной рукой, при этом создавать абсолютную видимость легкости, улыбаться, потому что кухня открытая. И Константин нас достаточно жесткий учитель, ему за это огромное спасибо, потому что по-другому никак. На моменте отработки меню он засекал время, выбивал ли есть пробные позиции по меню, мы должны были их приготовить за 5-6 минут. Если мы не справлялись, мы всем коллективом съедали недоготовленную пищу. И так могло продолжаться из раза в раз, пока он не добивался того результата, который ему нужен был. Din câți oameni am antrenat, sincer, success stories sunt numai trei. Iuba e unul din aceste trei. Adevărat success story. Deci toți rest sau au rămas simplu bucătari, fără viziune, fără dreams and aspirations. Asta era unul din cel mai interesantă parte de Iuba. Ai vrut să fie mult mai mult decât o simplu persoană. Nu știu de ce, dar foarte mulți moldoveni nu au viziune de grandeur. Ba, asta fac, sunt bucătar. Aha. Dar pot să fie mai mult. E, sunt bucătar. E, pot să devin bucătar șef. N-are importanță dacă ești din Moldova, dacă ai făcut învățamente, dacă n-ai făcut învățamente. Dacă ai o bună educație undeva, la un restaurant anumit, nu sunt singur, sunt mai mulți șef bucătari cu pot să învați corect pe oameni, cu ai făcut școală, cu au baza de informație corect. Cred că poți să ai tot ce vrei. Ты, будучи поваром, приходишь каждый день на работу, и ты делаешь одно и то же. Ты находишься в одних и тех же четырех стенах, ты видишь одних и тех же людей, каждый день по 16 часов. Ты делаешь какой-то один процесс просто бесконечное количество раз. И только трудоголики и фанатики этого дела могут это выдержать и получать от этого удовольствие, что самое важное. Потому что без этого никак. Потому что иначе это просто превращается в тяжелый труд, и ты каждый день все больше и больше находишь в этом минусы. И ты либо соскальзываешь на уровень, что ты занимаешься своей работой ради заработка, и рано или поздно ты уходишь из этого, либо ты преодолеваешь и идешь дальше и кайфуешь, несмотря на все эти минусы. Да, букатерия сау е драгосте, сау наре ничо посибилитат страеск ин доменю аста. Люба есть эксиджента, дар я пыш мотивяза эксиджента кува. Адика, на, май штуш унили кести дин инсайдер, кум се распуне, ши, ну шту, I'm proud of her. Я фачу трабу фарте буна, ши аре ун нивел де профессионализм фарте налт. Чей, че се обсерва, plus abilitatea ei de a comunica cu oaspeții care sunt. Este ceva foarte important pentru un bucătar șef, dar chiar și un bucătar simplu. De regulă, toți bucătării noștri se ascund în bucătărie, să nu-i vadă, da? Mie nu-mi place chestia asta. Care-i problema să iasă bucătară să-ți explici personal sau să-ți facă sare? Când nu sretă, era, făcea atât chestia asta, lumea un nebunet cu dânsul, da?
Мне кажется, что любой человек, если он любит свою профессию и готов в нее вкладываться не только на словах, но и делом, он может добиться успеха и в родной стране. Фикаре он пот, пусим потребуется время. Карантин случился, когда моему ребенку исполнилось 5 лет. Именно в этот день все закрылось. Во-первых, это было с позиции человеческой очень страшно, потому что никто не знал, что это за болезнь, как и что. А с позиции работы был страх, во-первых, потерять работу. Во-вторых, если работа останется, был страх потерять коллектив, с которым ты прошел огромное количество времени, сил и всего остального. Я проработала весь карантин для того, чтобы оптимизировать расходы и возможность существовать дальше. Иногда были дни, когда не было заказов, потому что Сенси — это заведение, которое строилось на атмосфере. То есть мы не ресторан, мы коктейль-бар с изумительной кухней. И мы в первую очередь про атмосферу, про людей, про общение, живое общение. Поэтому история про доставку — это была немножко не наша история. Да, было огромное количество гостей, которые привыкли кушать у нас, и они заказывали, и спецеда была, готовилась для определенных гостей. Но это все равно, вы должны понимать, что это не тот объем работы и не тот объем возможностей, который нужен. А кроме этого, это же случилось в один день, просто нас закрыли. А заведение — это же машина, которая работает. И здесь все процессы построены так, что товар постоянно пополняется. То есть мы продаем, привозится новый товар для того, чтобы не было стоп-листа. И это касается не только кухни, это касается и бара, и всех остальных подразделений. И в какой-то момент вот этот вечный двигатель вот этой машины, его просто остановили. И все, и это были огромные запасы продуктов, которые начали портиться, потому что огромное количество есть скоропорта, и нужно было что-то с этим делать. И в итоге мы нашли лучшее решение, мы это ели, чтобы это не пропало. В итоге первый месяц карантина — это плюс 6 килограмм чудесных. Карантинное время, такое довольно длительное было, но начало было очень интересно, когда нас полностью всех закрыли. Хорика была самая опасная индустрия для всего мира. С одной стороны, было сложно, с другой стороны, было весело. Для того, чтобы содержать весь персонал, мы остались втроем на работе. Каждому раздали задачи. Кто-то готовил, кто-то в баре готовил, кто-то делал доставку, кто-то мыл посуду. И, в общем, мы держались на плаву, потому что, в общем, персонал — это и есть тот костяк и сердце ресторана. В последние 4-5 лет веду, как в генере букатерия сказут в Молдове. Ну, я шаде дизвольтат. Да, адескис до ресторанте веган, адескис о фьюжн, аманцелеско, адескис концепту. Μπουκατάρι βίν, την στραϊνιτάτε, πέντρου τρέι λούνι, αντρινές πεγουάμινι, του παγιέ η πλέκ. Οκ. Πέρα του πασά σε λούνι, οκ λούνι, και σαν τέμπεν, εν κοντά τα λαφέλ. Μέρτζεμ λα στάτου σκουό. Φάτσεμ κουμ φάτσεμ, σιλα νου με τρισά ζενιμίκ. Προπριετάρι νου σουν τα σαν τεατέντ πε προέκτου. Ψι, προέκτου, σε σγουτμπάι. Χωρίκα, έτε же про людей. А работа, связанная с людьми, это всегда стресс, это всегда нет конкретики, нет ничего постоянного и предрешенного. Фимика мандра, чтобы я в русском свете в русском на ресторане, чирчима свете, из кухуп, чирчи время мадуку в алиментации публик. Și toată lumea crede că restauratorii sunt milionari. Nu este adevărat, din păcate. Este un lucru foarte, foarte greu să lucrezi cu oamenii. Dar foarte interesant. Așa, pe o perioadă în viață, poți să o încerci. Открываем, наверное, через месяц. Надеемся. Этот проект будет про еду, причем про еду такую теплую, которая вся делается руками, потому что основа, сам концепт заведения — это монопродукт.
тесто во всех его проявлениях, включая диетическое. И это то, что испокон веков вызывает ощущение тепла и такого дома, потому что это все будет делаться вручную. То есть проект абсолютно про еду, без тусовок. Конечно, они будут, но в таком формате гастро. То есть это то, чего очень сильно хотелось. Это огромное волнение, нервы, риски и при этом огромное количество ответственности и работы, очень волнительно, и при этом так с замиранием духа ты думаешь о том, что каждый день взвешиваешь, а понравится ли. То есть это с момента самой локации до дизайна, интерьера, посуды, персонала, кухни, то есть все-все-все. Очень волнительно и ответственно, но и радостно. Что-то новое. Fiecare unul pot, pur și simplu trebuie să vrei. Dar dorința e baza de bucătărie. Dacă n-ai dorința, gata, ai murit. Sau o să fii mediocru bucătar pentru tot viața ta. Нет такого, что только кухня может вдохновить кухню, да, то есть это может быть даже просто сочетание цветов яркое, которое вызывает какие-то ассоциации, запоминается, и потом ты хочешь это воспроизвести на тарелке. Это может быть какой-то просмотр фильма и эмоции, которые вызвали, и какие-то там сцены тебя подталкивают к тому, чтобы создать что-то новое. Все может являться источником вдохновения. Люди, их желания, рынок, который меняется, продукты новые. То есть ты там встречаешь какой-то интересный вот сезонный даже продукт, даже, допустим, сейчас черешня, да, вот она появилась, это будет какой-то определенный период, и все, тебе хочется этот продукт максимально часто использовать, и это является источником и таким курком к тому, чтобы начать это все исследовать. А таких сезонных продуктов у нас очень много. И это классно. Поэтому календарь сезонности для меня это как отче наш уже, мне кажется. В этом прелесть, потому что мы же выросли на этом. То есть не было же у нас такого, что вот мы это не будем кушать, хотя этого сейчас навалом. Да? Появлялись персики, все кушали персики. Появляются черешня, все кушают черешню. Появляется молодой горошек, все кушают молодой горошек. Появляется молодой чеснок, все, вау, молодой чеснок, ура! Ревень. И таких продуктов у нас огромное множество. Все привыкли к тому, что чизкейк в нашем представлении это всегда что-то сладкое. Но вот это же сочетание творога либо сливочного сыра, это же наша родная брынза. Необычная подача. И при этом абсолютно такое с детства привычное сочетание вкуса, когда это хлеб, брынза и помидоры. В другой подаче, в другом виде, неожиданном, который там вызывает вот этот эффект вау. Надо пробовать все на кухне, обязательно. Для того, чтобы понимать, как меняется даже продукт при тепловой обработке. Что это удивительный процесс, когда из одного вкуса рождается другой, либо ты добавляешь какую-то специю, и продукт просто взрывается каким-то невероятным вкусом. Поэтому на кухне я до сих пор учусь каждый день на кухне, потому что меняются технологии, меняются продукты по сравнению с тем, что было 14 лет назад. Сейчас, конечно, ассортимент продуктов, которые мы можем получить, намного больше. Продуктов не только те, которые регионально наши местные продукты, но и те, которые привозные, которые помогают открыть наши региональные продукты по-другому. Это учеба каждый день. Мне кажется, что любой человек, если он любит свою профессию и готов в нее вкладываться не только на словах, но и делом, он может добиться успеха и в родной стране, потому что здесь возможностей много. Emisiune susținută de Metro.